Автор перевода и литературного текста Лилия Королева. Режиссер дубляжа Ольга Михеева. Роли озвучивали Михаил Вассербаум, Наталья Парашкина, Станислав Корнев и другие. Компания «Невафильм», 2004 год. Перевода и литературного текста Лилия Королева. Режиссер дубляжа Ольга Михеева. Роли озвучивали Михаил Вассербаум, Наталья Парашкина, Станислав Корнев и другие. Компания «Невафильм», 2004 год. Автор перевода и литературного текста Лилия Королева. Режиссер дубляжа Ольга Михеева. Роли озвучивали Михаил Вассербаум, Наталья Парашкина, Станислав Корнев и другие. Компания «Невафильм», 2004 год. Перевода и литературного текста Лилия Королева. Режиссер дубляжа Ольга Михеева. Роли озвучивали Михаил Вассербаум, Наталья Парашкина, Станислав Корнев и другие. Компания «Невафильм», 2004 год. Автор перевода и литературного текста Лилия Королева. Режиссер дубляжа Ольга Михеева. Роли озвучивали Михаил Вассербаум, Наталья Парашкина, Станислав Корнев и другие. Компания «Невафильм», 2004 год. Автор перевода и литературного текста Лилия Королева. Режиссер дубляжа Ольга Михеева. Роли озвучивали Михаил Вассербаум, Наталья Парашкина, Станислав Корнев и другие. Компания «Невафильм», 2004 год. Это даже почетней! Ура! Молодчина! Снимут с меня гипс, я от тебя даже мокрого места.